Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла в форме массажера. Для этого нам понадобится форма пластиковая массажер. Выглядит она вот так вот. Необходима будет отдушка. Я буду использовать отдушку Остров Спа. Необходим будет краситель пищевой синий. Пигмент белый жидкий. Скраб японский рисовый сухой, белая основа, спиртол, несколько пипеток пластиковых и стеклянная палочка для перемешивания. Теперь мы берем нашу форму, слегка взбрызгиваем ее спиртолом и уже в растопленную белую основу добавляем несколько капель синего красителя. Добавляем отдушку. Хорошенько все перемешиваем. Также добавляем небольшое количество скраба. Теперь мы с помощью пипетки заливаем основу в формочку. И теперь ждем, пока мелкие элементы хорошенько застынут. Теперь с помощью зубочистки на мелких элементах мы рисуем небольшие черточки, для того, чтобы слои между собой хорошенько скрепились. Убираем остатки основы. И уже в растопленную белую основу мы добавляем отдушку Остров Спа.
Добавляем немного скраба. Все тщательно перемешиваем. И добавляем немного белого пигмента, так как одушка и скраб придают основе слегка желтоватый цвет. Нам необходимо, чтобы она была максимально белой. Теперь заливаем белую основу, формочку. Сверху сбрызгиваем спиртолом. И ждем, пока этот слой также хорошенько застынет. После того, как белый слой хорошенько застыл, мы прочерчиваем на нем полосочки, для того, чтобы слои скрепились между собой. И используем оставшуюся у нас основу с синим красителем. Заливаем ее до краев формы. Сверху сбрызгиваем спиртолом и ждем, пока мыло полностью застынет. После того, как основа полностью застыла, мы достали мыло с формочки. И вот у нас получилось такое мыльце в виде массажера со скрабом. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!